Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу вам показать, как сканировать чеки в программе Smart Scan. Это ГФК Русь. Меня просто уже спрашивали неоднократно подписчики, поэтому хочу показать, как я это делаю. В общем, необходимо скачать вот такое приложение ГФК. Я сегодня без маникюра, как вы уже поняли, по влогам у меня ремонт, поэтому пару дней еще придется потерпеть меня без длинных ногтей. Далее, вот здесь покупатель. Если у вас в семье несколько человек и разные люди, да, разные члены семьи делают покупки, то вы их указываете. И вот здесь вот нажимаете и выбираете, кто совершил покупку. Ну, в принципе, это делать, конечно, не обязательно, да? Вот. Дальше мы выбираем магазин. Я покупала продукты в магазине «Пятерочка» и использовала карту лояльности. Вот. Дальше нужно ввести потраченную сумму. Потраченная сумма у меня... Так. Я заплатила 127 рублей и 31 копейку. 127 и без всяких точек 31. Так это надо. Вот так. Так мало, потому что я списывала баллы с карты. Ну вот, теперь регистрация товара нажимается. Сканируйте штрих-коды. Ну, в общем, давайте приступим. Так, ну здесь все довольно-таки просто. Вот. Наводим. Вода. Дальше возьмем, например, молоко. То же самое наводим на штрих-код. Отсканировалось. И так далее. Вот гречка, у меня 4 одинаковых пакета. Ее можно, ну, как бы просто вот так навести 4 раза, можно потом выставить. Я сделаю так. Просто можно уже в меню поставить 4 штуки. Далее. Кефир. Отсканируем мясо. Ясно, солнышко, вот эти хлопья. Так, ну, в принципе, у меня еще остались помидоры, но здесь штрих-кода нет. В общем, здесь надо нажать «Отсканировано». Отсканированы все штрих-коды. Вот здесь вот можно указать, опять же, плюсиками, если вы купили больше. Готово. А вот здесь товары без штрих-кода. Если у вас нет товаров без штрих-кода, то вы нажимаете вот сюда «Нет». Но у меня они есть. Я нажимаю «Плюсик». И у меня это овощи. Вот здесь я ввожу сумму. Сумму, соответственно, нужно посмотреть по чеку. А помидоры на... Сейчас. Ну, за помидоры я заплатила 4 рубля 86 копеек. Так. 4,86. И нажимаю «Готово». Теперь сфотографируйте чек. Ну или поставить «Нет чека», если у вас его нет. Если на чеке есть вот такой QR-код, то просто наводите. И все. Отправить. Если QR-кода нет или он поврежден, то нажимаете, что QR-код недоступен, и просто вот так его фотографируете. Отправить данные о закупке. Окей.
Вот так происходит сканирование. То же самое я сделаю с аптечными покупками. Вот. И вот здесь, если вы планируете куда-то уехать и ничего не будете сканировать, то нажимаете отпуск. Здесь вот последние покупки. Тоже вот все. Я оставлю код своего домохозяйства. Он называется ДХ-код. Это при регистрации его нужно будет ввести. Регистрироваться нужно непосредственно на сайте. То есть вводите там в поиске ГФК Русь. Ну, я, наверное, даже ссылку оставлю обязательно под видео. Регистрация там займет где-то минут 15-20 примерно, потому что вас попросят заполнить анкету. Там будут спрашивать, по-моему, паспортные данные там, мне кажется, не спрашивают, но там спрашивают, ну, сколько членов семьи, там, так далее, вот, это, ну, как бы, они, видимо, собирают статистику, прочее. Этой программой многие блогеры пользуются, и Екатерина Путякова, и Ольга Рогалева, и, насколько я знаю, ну, многие блогеры, Ольга Дворецкая, ну, и я уже вот с конца 2017 года использую эту программу. Суть в том, что вам начислят 300 рублей каждый месяц вот за то, что вы сканируете чеки, вам на ваш счет будет поступать по 300 рублей. И когда у вас накопится 900 рублей, вы их сможете вывести. Вот, то есть каждые 3 месяца. Ну, мне кажется, что это неплохо, потому что сканирование покупок занимает не так много времени. А получить дополнительный, так сказать, кэшбэк, по сути дела, это очень неплохо. А тем более, что иногда бывают и в Едодиле акции, где можно что-то отсканировать и еще дополнительно, да, что-то получить. Поэтому, мне кажется, это очень классная вещь. Я рекомендую. И потом, когда вы там зарегистрируетесь, вам, по-моему, на электронную почту вышлют, ну, вот QR-код. И когда вы установите приложение, вы отсканируете QR-код и таким образом сможете попасть в свой личный кабинет. Вот. И на каком-то этапе вас попросят ввести ДХ-код. Вот вы его введете, которого, допустим, у меня под видео. Ну или можете выбрать любого другого блогера. В принципе, если честно, он как раз там не особо что-то дает. То есть, по сути дела, я бы сказала, даже ничего не дает, потому что там вроде бы бывают какие-то акции, еще что-то, но в принципе, как такового, ничего. Это, знаете, типа как Faberlic, то есть, когда вы регистрируетесь там по моей или по чьей-то ссылке, теоретически, чтобы я с этого получила, это должно очень много человек и очень много баллов сделать. Вот как-то так. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте. Ну, возможно, я в каком-то влоге еще покажу, потому что я сегодня чувствую, что я как-то туплю. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!